Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Акамарачи. Сегодня я бы вам хотел немножечко подсказать, рассказать, как выполнить квест «Всю рыбу сюда 2». У меня 3, потому что я уже его прошел. И вот есть две последних таких вот рыбки, которые тяжело ловятся, и не знаешь, где их ловить, а если знаешь, то очень туго все дело идет. И это окунь малороты. Сейчас вот я вам покажу, где он ловится. Заходим в наш любимый блокнот, смотрим окунь малороты, как он выглядит, мой лучший трофей и на что он клюет. Я вам советую ловить именно на живца, вот на вот эту вот наживку, даже отмечу ее лайком, потому что лучше нее я, по крайней мере, не нашел. Очень круто на нее ловится этот окунь, естественно, есть прилов, и ставим глубину 1,7. Это само то, что нам нужно. Вот так вот. И ставим. Это донатная наживка, хочу вам сказать. Но не пугайтесь, потому что живца вы можете сделать сами. Вы можете его настрогать на рыбке, которую сами вылавливаете. И спокойно поймать этого окуня малоротого. Здесь будет, если у вас удочка 5 килограмм, как у меня, клевать рыба, которая постоянно... Рыба крупная, знаете, сбросилась. Рыба крупная, сбросилась. Но не стоит бояться. Наживка тратится не будет при этих сбросах. И если у вас даже будет, я не знаю, там 20 живца, я думаю, в принципе, вы сможете поймать. Так, давайте посмотрим. Вот, видите, рыба сорвалась. Она очень большая для моей снасти. Но ничего страшного в этом нет. Вот так вот ждем. Срывается. Ждем, ждем, ждем. В итоге... Нет, нет, да и мы вытаскиваем этого окуня, все нормально. Ловится он, естественно, с приловом, сразу вам хочу сказать. Просто нужно немножечко иметь терпение и немножко вот этой вот замечательной наживки, которая поможет нам поймать его. И будет все замечательно, квест закрывается и мы получаем свою награду. Вот я поймал окуня малоротого, как можете наблюдать. Все четко на наживку. Ой, не туда. На наживку живец. Это была у меня первая рыбка. После того, как сорвалась, это была первая рыбка. Вот так потихонечку мы с вами можем закрыть данный вид рыбы по квесту. Дальше у нас идет вторая рыба. Так, Чукучан Сансонский. Если правильно я написал на листочке на своем. Давайте сейчас мы посмотрим. Так. Чукучан, да, сейчас мы проверим. Чукучан, да, Сансонский. Где он у нас, красавец? Сейчас мы его найдем с вами. Да гляньте. Не могу. Вот он. Чукучан Сансонский. Ловится эта рыбка также на Колорадо, утес Кондора, Горизонт, Голубой каньон. И на что ловить здесь? Здесь я ловить на бокоплава, глубина 1,32. Давайте я тоже вам покажу, чтобы не быть голословным. Мы с вами пойдем на... По-моему, я Горизонте ловил. По-моему, здесь. И нам нужен бокоплав. Давайте будем искать бокоплава. Вот он, бокоплавчик. Это обычная наживка, не донатная. Она стоит за серебро. Стоит, точнее, серебро. И 1,32 у нас глубина. Ставим 32. Вот так вот. Забрасываем. И в ожидании ждем эту великолепную рыбку. Прилов, естественно, тут тоже есть. Клюет другие виды, но она ловится, эта рыба, и нормально как бы ловится, поэтому тоже закрыть квест в принципе не предоставляется таким сложным. Я просто когда искал вот это все, экспериментировал с различными наживками, вот я пришел к выводу, к такому, что вот эта вот наживка и вот примерно вот эти вот места, это самые такие вот одни из лучших, то есть вот мест, где можно поймать эту рыбу. Если вы знаете другие места, ну, локации, имею в виду, на которых лучше ловится, знаете именно куда кинуть,
знаете, наживку получше. Пишите, естественно, это все в комментариях, потому что люди, которые будут это смотреть, они посмотрят видео, потом зайдут, почитают комментарии, там, ага, там, вот еще в комментариях написано. Они попробуют вот мой метод или попробуют ваш сначала, неважно. Главное помочь людям, чтобы они проще выполнили квест и поняли, что это не так уж сложно, как кажется. Но, естественно, когда ищете, то времени нужно потратить достаточно. Вот Чукучан Сансонский, 94 грамма. Естественно, клюет и больше, но потихонечку, полигонечку вот так вот ловим, что-то отпускаем, что-то режем на наживочку и получаем удовольствие от ловли этой рыбки. Также закрываем квест, зарабатываем денежки и остаемся полностью довольными собой и получившей награду за квест. Квест не такой уж и сложный. Если я столкнусь с какими-то колоссальными проблемами по вот этому вот дальше квесту, по плотве, по тетрадону, то я, естественно, запишу видео и буду показывать. И также с другими квестами, по старцу Бура, потом по Дартеру и дальше, которые буду выполнять. Если я буду сталкиваться с определенными какими-то трудностями, в которых я буду искать наживки, поиск места и самой рыбы с глубиной, и найду более-менее актуальный вариант решения этих проблем, я, естественно, буду записывать видеогайдик такой и выкладывать вам, чтобы вы смотрели, а люди, которые, допустим, прокачанные, не знают, где лучше что поймать, комментировали, и как бы получилось такой вот объем знаний большой, которые могут использовать игроки, пришедшие только в проект, посмотрели, ага, все, вот есть подсказочка такая, отлично, я сейчас пойду и поймаю. И это будет намного проще, намного легче для всех, и будет меньше головной боли. У меня на этом все, дорогие друзья. С вами был Акамарачи. Вам не хвоста, не чешуи, постоянных трофеев, высокого рейтинга. И удачи. Всем пока.